И тем временем, 1488 год, Венецианская республика, и это Assassin's Creed 2. Эцио в раздумьях. Вот ты где, Эцио. Что за серьезность? У меня день рождения. Правда? С днем рождения. Это чудесно. Чудесно? 10 лет прошло с тех пор, как отец и братья погибли. 10 лет я выслеживаю их убийц. Я так близок к цели, но... так и не понял, ради чего все это было затеяно. Может, ты и не понимаешь этого, но жизнь многих людей стала лучше благодаря тебе. Довольна об этом. Смотри, я принесла тебе подарок. Это декларация судового груза. Того самого корабля. Корабля на Кипр? Ты не шутишь? И угадай, когда он возвращается. Завтра. Эцио. Леонардо, когда ты вернулся? Только что. Мне нужно поговорить с тобой. Немедленно. Хорошо. Веселитесь. Надеюсь, это важное. О, да, да. Пойдем со мной. Не отставай. Две последние страницы кодекса. Я изучал их и... удивительно, как я раньше этого не заметил. Если сложить их вместе, то знаки на обороте складываются в слова. Вот. Пророк придет, когда вторая часть окажется в плавучем городе. Пророк. Только пророк откроет это. Две части Эдема. О чем ты? Эцио, что это? Леонардо, мы давно знаем друг друга. Кому верить, если не тебе? Давным-давно дядя Марио рассказал о скрытом в кодексе пророчестве. Оно приведет к древней сокровищнице, в которой хранится могущество. Серьезно? Но если ты забрал эти страницы у Барбарига, то, вероятно, они тоже знают о сокровищнице. Это плохо. Постой. Может, поэтому они отправили корабль на Кипр, чтобы найти эту часть Эдема и привезти ее в Венецию. Когда вторая часть окажется в плавучем городе? Пророк придет. Только пророк может открыть сокровищницу. Боже мой! Когда дядя рассказывал мне о кодексе, я был слишком юн, чтобы понять. Но сейчас я понимаю, что это были отнюдь не сказки старика. Они убили Маченига, Медичи, моего отца и братьев. И все ради того, чтобы найти сокровищницу. Испанец. Родриго Борджа. Корабль с Кипра прибывает завтра. Я собираюсь его встретить. Удачи, друг мой. Удачи тебе не помешает. Наверное, и тем не менее. Вот такие обстоятельства в очередной раз складываются у Эцио Аудиторе Деференции. И тем не менее, наверняка вы догадались, мы направляемся на следующее воспоминание уже, которое вот-вот будет близко. Которое вот-вот мы начнем. Уже немного интересно становится, а где это так наше воспоминание находится, что и не очень хорошо сразу видно. Хочу остановить его. Вперед! Давай, давай. Вперед ему. И я так понимаю, нужно за пределы этой стены пробраться.
это будет не очень-то и легко, судя по всему. Но мы как-нибудь уж попытаемся, постараемся. Наверное. Попробуем все-таки. Что-то как-то где-то предпринять. Вот мы все-таки пробрались. Конечно, назад. Ты назад только пойдешь. Да-да-да-да. Смертоносное лицо тебя настигнет. Дядя Марио? Куда они его несут? Терпение вознаграждается. Захватите груз корабля. Нынешняя текущая задача. И давайте следим за курьером. Даже там он такой направляется. Гляньте на него. Он свернет себе шею. Гляньте, гляньте. Пытаемся не отставать, а вести слежку. Прямо решил идти, да? А нет, свернул. Настоящее. Действительно. Быстрее ветра не помешало бы нам. Дождь повелел ввести стандарты для изготовления. Эй, куда ты там так разогнался, слушай? Там уже стражники. Бен, я... Ну, теперь можешь повеселиться. Убью всех нарушителей.
Давай, давай, удачи тебе в твоем нелегком и опасном деле. Уже слезаем, дядечка, стражник. Там громкого так называем прям. Можно просто стражник. Хотя, может, он молодой, не знаю. По голосу не скажешь особо ничего. А видеть мы его не увидели. Он там! Ага, был там. Уже нету. Как нечего? Мы слежку ведем вообще-то. Делать нам тут, говорит, нечего. Ну ты рванул-то, а? Что-то прям такой сложнейший путь решили выбрать. Все куда-то бежит, бежит, никак не добежит. Ему не надоело, он не устал там, интересно. Бежать так вот без передыху. Держи его! Держи, держи. Освежись. Господин ждет нас, и он не потерпит оплошности. Заверни это как следует. Сейчас же. Испанец здесь? Это все меняет. Если я смогу проникнуть в этот отряд, занять место курьера, они приведут меня прямо к этому сукиному сыну. Гениальнейший план. Ничего не скажешь. Рискнем, попробуем. Посмотрим, что из этого вообще получится и получится ли. Черт, плачу! Остановите его! Вперед! Да, да, обнаружены. А вы не шутите, а вы серьезно? А как же мы тогда должны проникнуть на место курьера? Состоит из гранатового сока и свинца. Отличное средство для... Ах, да, куртизанки нам в помощь, конечно. На целую минуту нужно еще уложиться. Пройти незаметно, все дела. Чё-то там не знаешь. Ну, в принципе, и добрались. Новая форма. Неужто ли? Итак, берем коробку. Да, сэр. Это момент величайшей важности. Держите строй. Делайте все правильно. И у нас теперь задание спектакль.